Впервые в Кыргызстане новинка 2024 года – скутер Gusit Q-Max, один из лучших в своем роде. Обновленный дизайн в совокупности с новейшими техническими решениями позволяет чувствовать себя на дорогах максимально комфортно при езде. Данная модель оснащена мощным двигателем на 180 кубических сантиметров, что в совокупности с инжекторной подачей топлива выдает мощность в 12 лошадиных сил, что является отличным результатом для городского вида транспорта. Большой диаметр колес придает большую устойчивость и комфорт при езде, даже по плохим дорогам. Двигатель четырехтактный объемом 180 кубов, инжекторная подача топлива, передние и задние тормоза дисковые, комбинированная система торможения при использовании заднего тормоза, также срабатывает и передняя тормозная система, что способствует лучшему торможению и, соответственно, уменьшает тормозной путь. Имеется сигнализация с автозапуском, приборная панель электронная, жидкокристаллический экран со всей возможной информацией, объем топливного бака 13 литров, расход 3,5-4 литра на 100 км. Цена 159 тысяч сом. Приобретайте.